Доброго времени суток, друзья, меня зовут Эвелина, и сегодня я встречаю вас без косметики. Все потому, что я хочу в течение недели каждый день менять свой образ кардинально. Я хочу это сделать, во-первых, потому что мне самой интересно узнать, какой стиль мне больше по душе. И также я подумала, что это будет интересно посмотреть вам. Напишите в комментариях, какие образы использовали бы вы, а я вам сейчас покажу, что напридумывала я. Я хочу сделать что-то такое футуристичное с нотками азиатского, и я не уверена, что у меня получится, но я буду пытаться. Я тут референсы сохранила, всякие разные. Но сначала надо переодеться, потому что если я сделаю прическу и сделаю макияж, ту кофту, которую я хочу надеть, я уже надеть не смогу. Тоналка. Я планирую использовать ее в больших количествах, в больших количествах, чем я использую ее обычно, потому что, как мне кажется, в таком футуристичном стиле кожа должна быть супер ровная. Будущее — это же мир без прыщей. Почему-то на всех футуристичных фотках у людей нет бровей. Если это будущее, то можно я, пожалуйста, не доживу до этого момента? А можно их даже не закрашивать и сказать, что так и должно быть. С Богом. А почему оно такое неровное? Я же еще хотела надеть свои очки. Ой, это сейчас будет сложно. Главное, эти дульки не задеть. Оп. Образ на понедельник готов. Непрямое включение. Я показала парню свой макияж, и он сказал, что вот эти красные точки похожи на расковыренные прыщи. Не похоже же. Красиво. Мда, час дня, так темно, ужас. День второй, и сегодня я хочу повторить образ Трейси Уокер из «Острова собак». У меня тут просто кофточка пришла, поэтому я хочу сделать. Я на ночь сделала себе завивку волос, трубочки мои, трубочки. Наверное, сначала лучше переодеться, чтобы прическу не испортить. Пока что я все еще похожа на рыжую из ранеток. Итак, самое сложное. Я вчера расплетала дреды, поэтому я сегодня такая вот пушистая. Но мне пришлось еще челку завить, потому что челка у меня в дреды не заплеталась. Вы, кстати, можете посмотреть процесс, как я сама себе расплетала дреды. Спойлер, это было жестко. Это было очень жестко. Итак, смертельный номер. Как же это, блин, больно, я не могу, чуваки, до слез, реально до слез. Я не хочу это делать, ребят. Это пепел. Вот это вообще жесть, что это такое? Ужас. Ну, если вот так вот обрезать голову, то, в принципе, ничего. Как я сегодня буду из дома выходить? Вот мне еще жвачку прифотошопить, вообще класс будет. Мне нравится. Но это жесть. Что, друзья, увидимся с вами завтра. Классическая Эвелина вернулась в чат. Сегодня тоналку наносить не буду, потому что у нас образ гопнический. Так, начнем с бровок. Сегодня я буду использовать всякие синие, красные цвета для того, чтобы имитировать синяки. Но мы не будем пытаться сделать это похожим на синяки. Мы просто делаем образ. Что с Богом? Ну и, конечно, красный алкашный нос. Да, это уже слишком нездорово. Я так жалостливо сразу выгляжу с этими синими оттенками. Правду говорю. Но мне кажется, что мои рыжие теплые брови немного не подходят, и лучше сделать их серыми. Давайте сделаем их серыми. Мне кажется, этот макияж выглядит таким жалостливым из-за красных оттенков, и кажется, будто я только что плакала. Все, не хватает только некоторых аксессуаров. Это уже не образ. Это моя жизнь. Пойду Пеппу принесу. Мышка-нарушка. Пеппа, как же я тебя люблю. Какая ты красивенькая, хорошенькая. Ну все, друзья, увидимся с вами завтра уже в новом образе. Новый день, новый образ. Сегодня я буду герл. Какие я хочу сделать глаза. Я, наверное, все сделаю рыжим. Все, реально все. Я думала здесь сердечки нарисовать, но это не так прикольно, как татушки. Блин, а какую выбрать? Вот эту или вот просто вот такую? Я, наверное, три сделаю. Там, где еще змейка, я сделаю одну. А чтобы как-то уравновесить это все, вот на этом лице я сделаю две татушки. Вырезаем. Та-да. Аккуратно. Черную. И со змеей. Надо как-то их аккуратно разместить.
получилось! Ну все, татушек больше не будет. У меня, правда, здесь еще много. Где они? А где они? У меня тут еще много. Можно на шею. Но это будет уже слишком. А теперь переодеваться. Красота. А еще можно, знаете, что навесить? Мне брелок подарили. Я могу брелок еще повесить. Знаете, что я сделаю? Я его сюда прицеплю. И это будет как колье. Финальные зарисовки. Надо сделать прическу. Вот с таким образом торговца лицом я хожу сегодня. А завтра будет новый день и новый образ. До завтра! Новый день, и сегодня я хочу сделать образ той самой девочки, которая сидит на первой парте и не дает тебе списать. Вот сука, ей что, жалко? Давайте сразу переоденемся. Ну конечно, как же без школьной формы? Все, погнали краситься. Я сделала себе серые брови, и я постараюсь. Я не уверена, что у меня получится, но я хочу их немножко злыми сделать. Не знаю даже, по-моему, я похожа на филина. Ничего, сейчас глазки нарисуем, нормас будет. Я хочу сегодня использовать красную помаду. У меня их две. Посмотрим, какая лучше подойдет. Или синяки оставят. Да, она много училась, у нее синяки остались. Сегодня тональником не пользуемся. Я бы хотела сделать румянец. Но тут есть подходящие цвета такие, прям вау. Сейчас попробуем. По-моему, это слишком жестко. Ну ладно. Боже, меня будто ударили. А! Боже, у меня глаз будто красный. С этим надо что-то сделать. Не-не-не, ребят, мы это смываем. Особенно учитывая то, что я не замазала свои синяки под глазами. Это точно надо убирать. Ну окей, давайте что-нибудь другое попробуем. Нормас. Теперь добавим сияние. Нормас, давайте попробуем нарисовать стрелки и ничего не испортить. Я хочу накрасить губы. И это будет жестко. Так, теперь будем тушевать. По-моему, я сделала только хуже. Макияжем мы еще не закончили, но я хочу принести аксессуары. Очки, мы расчешемся. Ой, ой, колтуны. И заплетем волосы в хвост. Потому что что? Потому что в школе нельзя ходить с распущенными волосами. Особенно в столовую. Меня в столовую с распущенными волосами, и при том, что у меня волосы вообще вот такие вот были, не пускали. Все серьезно, девочки. И очки. Я хочу сделать румянец. Мне нравится то, что получилось сегодня. Я сегодня так пойду гулять. Надеюсь, завтра тоже будет классный образ. Завтра я начну работать с париками. Мне ждать до завтра, вы тут через секунду все увидите. Сегодня тянуть не будем. Я уже сразу переоделась. Сегодня будет просто потрясающий образ. Я потом в нем еще фоткаться пойду. Сегодня я буду с париком, а не со своими волосами. Поэтому брови мы будем красить под парик. Из-за того, что я стала чаще краситься, у меня даже стрелки стали лучше получаться. И я даже не смываю их ватными палочками. В цветах у нас сегодня не будет много разнообразия на самом деле. Сегодня мне что-то захотелось дополнить стрелки тенями. Но я не уверена, что это ок. Ну ладно, чё уж там, гулять так гулять. Ну смотрите, преобразилась. Ой, я какая-то грустненькая. Наверное, из-за макияжа на глазах. Я надену парик, а потом мы продолжим с макияжем. Сейчас буду лысой. Похоже на какую-то ведьму. Сейчас я еще надену шляпу и будет выглядеть вообще нормально. Смотрите. Та-дам! Сейчас будут аксессуары. Так. И еще не все, смотрите. Подтяжки. Мы с вами продолжаем. Надо что-то сделать с губами, потому что они слишком бледные. Че, нормас? Ой. Мне нравится. Это был простой макияж и весь образ скорее вывез парик. Но мне очень-очень нравится. Чуть-чуть нос красным сделаем. Вот это да, кто это такая? Женщина, как вас зовут? Женщина, расчешитесь. Блин, какой офигенный парик, он стоил всего $30. Блин, это было очень классно. Ну что ж, последний образ, он тоже будет с париком, но не этим, другим. Цветочек, прости, подвинься. Сегодня я не буду рисовать стрелки черным цветом, и, возможно, я даже не буду красить ресницы. Посмотрим. Я хочу добавить блесток. Это вот мое настроение на сегодня. Не сказать, что сильно блистаю, но у меня есть еще блестки от NYX. Это проверенный вариант. Видите, какая она... Ой! Все валится у меня из рук сегодня! Красота! Я хочу сделать опять румянец. Да-да-да, у меня все макияжи просто на одно лицо. Я не знаю, что выбрать. Розовый хочу типа такого выбрать. Но мне кажется, это слишком светлый. Эй, ты что пятнами лег? И теперь надеваем парик. Брови рыжие. Это не то, что нужно. Они должны быть серые. Так, окей, мы будем красить тогда карандашом. Я не уверена, но, по-моему, я переборщила. Губы я красить не буду, потому что, как мне кажется, цвет парика хорошо гармонирует с моими настоящими губами.
Ой, мне кажется, это так мило. Ну что, фоткаться? Я вспомнила, что я же хотела еще сделать татухи к этому образу. Только сейчас поняла, что это же единственный образ не с рыжими волосами. Так, главное помнить, что они будут зеркальными. Наверное, я бы хотела, чтобы одна была вот тут вот, а вторая вот тут вот. Куда я это хочу? Сюда? Так? Так? Блин, я сейчас волосы намочу, это инфа 100%. Я сейчас все намочу. Вы увидите первые. Нормас? Нормас. И теперь вот сюда вот, под скулой. Да, у меня есть скулы. Вы не заметили, да? Они есть. Че, готовы? Раз, два. О, нет, это сильно покоцалось. Ну, давай, лепись. Мне кажется, надо еще одну. На нос? Или это слишком? Или вот сюда? Или вот сюда? Или это слишком? Или на шею? На шею! На шею! Рыб не видно. Выгляжу я странно. Ну, теперь точно фоткаться. Если вам понравился такой формат, то ставьте лайки, и я буду снимать еще разные образы. Сейчас на экранах вы видите все образы, которые я воплощала в течение всей недели. Какой вам нравится больше всего и почему? Пишите в комментариях, мне будет очень интересно узнать. Лично мне больше всего нравятся последние два образа, но это, наверное, потому что я там использую парики, и как бы для меня это что-то непривычное. А на этом все, не забываем подписываться и оценивать видео. А меня все еще зовут Эвелина. Удачи вам, друзья, и до скорых встреч!